пацанчику Миша с арены хочет повеселиться. Так никак, что у меня получится. Они 5 утра просто, это пиздец. Пидорасы, блядь, не спят. Вахуя от них. Ну, собираются веселиться, поэтому поможем. Нам не жалко. Чего я еще могу съесть? Ну, мы этого хватит. По одежде. Порядок. А где ты нахуй гасишься? После аварии, блядь, рука вообще сводит. Я даже путем не могу, куда уж там. Так, ну ладно. Где он там прячется? Сейчас будет сотка, не ебёт нахуй, я их сейчас сам буду нахуй прокидывать. Да, сейчас будет сотка и не ебёт. Сейчас нахуй всё подобираю. Хуй что они мне сделают. Сейчас всё это вот накочегарю. Так. На балконе так-то... Не, нихуя себе 40 штук перебьётся. Штуки 4 должно хватить. Ну и вот этих товар штуки 5 дадим. Ну не тупи, возьми сразу, да. Пиздец, блядь. О, руку как сводит. Блядь. А чем нас не дергает? Самое тупое видео будет. Я вот это право даже выкладывать не буду. Кантырок. Блять, я догадываюсь, кто там может быть. Да, вот этот петушок, петушара. О, блять, рука. Хули паузу, там посмотрим.
Она не хочет точиться ни в какую. Это пиздец, товарищи, блядь. Настроение уронил в ноль. Денег будут, вкачаюсь.